Всем привет и добро пожаловать на канал Toy.com. Мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Empire of Sin. Продолжаем дальше строить свою жесткую империю. Что касается сегодняшних нападений, естественно, с вами будем забирать все постройки. Смотрите, как прикольная тачка теперь припарковалась около мусорного бака. Причем он чуть ли не интегрировался в кузов. Наверное, так как раз таки и появились первые грузовики. Но это, естественно, в плане модификации, да? Что касается, значит, действий, посмотрим, что у нас, во-первых, есть в нашей мастерской, точнее, в наших карманах. Фрэнка, пистолеты, наверное, лучше, чем уже есть, навряд ли будет. Здесь 17-20, здесь у нас 32. Значит, патроны мы, естественно, только можем разве что ему добавить. Бронька у него самая лучшая стоит. Патроны здесь у нас стоят на использование плюс 10 к урону. А здесь шанс скрыта, хотя у нас их больше нету. Да, значит, это мы пропускаем. Далее, что есть у Пуджа? У него идет золотой пулемет. У нас есть пистолет-пулемет. У Пулика идет 19-27. Вероятность скрыта попадания 30. И критический урон 28-40. А здесь у нас 23-39. Размер обойны 32. И самое, что интересно, урон 18-30. Это уже намного интереснее, чем наш золотой пулемет. Единственное, что вероятность скрыть попадания здесь 30-ка, здесь у нас 8%. 18. Ну, я думаю, наверное, пока все-таки золотой пулемет оставляю. Минус 20 к меткости. А здесь у нас шанс нанести критический удар. Плюс 120 угол наведения. Дальность и минус вот все меткости. Цена 19, цена 10. Не, давайте все-таки, наверное, золотой пулемет мы пока оставим. Так, это у нас есть. Далее, что? У тебя идет Лев Толстой наш. У тебя идут у нас фиолетовый дробовик. Здесь нельзя взять, понятно, мы это пока не можем добавить. Далее, у тебя идет винтовка. И винтовку, соответственно, мы тоже пока не можем ничего лучше сделать. Потому что она и так она одна из самых хороших. Защита здесь 20-ка висит, здесь у нас все остается. Значит, вы говорили, чтобы я продавал вещи через дипломатию. Ну, давайте посмотрим, давайте глянем. Я могу, предположим, объединяться с фракцией Кольты Регина. Давайте обмен. Что я возьму? Я возьму у тебя деньги, да, естественно. А, это вы даете? Нет, я не даю. Я хочу наоборот. Я наоборот хочу так. Переключить снаряжение. Нет, это его вещи, а мои вещи. А, вот. Значит, мы ему предложим, допустим, вот этот пулемет. 10 тысяч, да, это получается он нам его даст к обмену. И золотой дробовик. Хотя, наверное, дробовик... Хотя давайте, да, тоже его скинем. 15 тысяч. Получается суммарно... А, нет, это мы даем. А у него только 1000 долларов. Вы просите за это все сколько? А, у него только 1600. Блин, что-то не густо. Стоп, а на черном рынке за сколько у нас его заберут? Режим продажи. За 1600 так и заберут. Непонятно. Так, ладно, наверное, у меня плохие отношения с этим товарищем, да? Сменить фракцию. Давайте посмотрим. Обмен. У тебя что? 2300. У следующего, ну-ка. О, у нее десятка. Так, ну допустим, допустим. Я переключаю снаряжение, даю тебе вот этот пулемет. И теперь прошу у тебя бабла. Деньги, которые вы просите, 10 тысяч. Согласен? Обмен согласован, рейтинг обмена плюс 10. Слушайте, неплохо, да. Вместо 1600 на 10 тысяч ее обули за этот пулемет. Конечно, да, я согласен. Подтвердить обмен. Она согласилась. Единственное, что я не очень понял, у нее деньги-то остались? А, понятно, у нее бабла-то больше и нету, да? А у следующего, с тобой у нее обмена нету, обмена нету, аналогично. Кто там вообще, кто-то умер уже, поэтому не до обменов. Но тут 1600, не так уж и много осталось. Ладно, что касается новых персонажей, мы можем кого-то сейчас еще к нам пригласить. Так, эти у нас, кстати, уже умирают. Но я так полагаю, они были наняты просто другие группировок. Пуджик, я вот реально хочу Пуджа, но, к сожалению, пока облом. Ну тогда ладно. Четвером походим. Значит, что у нас на карте? У нас здесь происходит тотальный уже захват всяких разнообразных территорий. У нас шулеры пытаются забрать, точнее уже забрали бордель, переименовали его в любовное зелье. Хрен там плавал, мы сразу идем сюда и будем нападать. Так, отправились. Стоп, почему у нас только один отъехал туда? Снимаем игру с паузы. А, вот они теперь все здесь и нападаем. Мы должны все свое забрать, без вариантов. Без вариантов. Надо будет также сейчас еще на те деньги, которые мы получили, потратить, к примеру, для того, чтобы можно было прокачать наши постройки новые. Ну или даже старые, неважно, охрану, прибыль, все остальное. Этот минус получил в табло. Дальше. Стрелять мы больше не можем, поэтому мы просто занимаем укрытие.
вот сюда. И дальше ставим конус просто вот сюда. Дальше, Томас. Кстати, не все догадались, что за персонаж. Да, но сейчас я могу уже, наверное, рассекретить эту информацию. Томас Хьюитт — это главный герой из фильма «Техасская резня бензопилой», он же «Кожаное лицо». Ну вот такой вот у нас персонаж. Пуджик, Пуджик, дорогой, ты у нас... А, стоп, ты у нас тоже ставишь конус, но у тебя он коротенький, очень коротенький. Ну, здесь даже Фрэнк неплохо отстрелял уже. Пуджик, дорогой, вот сюда вываливайся. В прямом смысле этого слова, да. О, нифига себе, с твоей будущей подруга твоя носилась. Охренеть. Что ты там с ним делал, да, мазохист хренов? О, туда бы сейчас идеально просто зашло бы... Зашла бы граната. Ну да ладно, тут нет ее смысла тратить. Поэтому раз, ваншот. И туда же еще один. Бац, ваншот. Блин, нравится мне эта игруха, вот реально нравится. Такая вот, чисто пострелять. Я понимаю, что я не самый великий тактик, и вы об этом уже много раз писали в комментариях, но если вам доставляет это удовольствие, да, можно сказать еще раз, Серега, ты плохой тактик, окей. Ну, я играю такой, как я могу, и по-другому уже, к сожалению, не будет. Так, значит, бордель мы здесь оставляем. Единственное, что я не помню, как он здесь назывался. Подождите, стоп, у нас он здесь, по-моему, назывался... Я вспомню, это же первый наш бордель, Курченый Тити. Вот. Значит, также давайте сразу модифицируем его. Безопасность поднимем, естественно. Обстановку поднимем чуть-чуть, но без бустов. Хотя нет, безопасность мы сделаем с бустом. Вот так вот. А следующая безопасность уже без буста. Отражение добавляем сюда. И добавляем... Не, малу добавлять не будем, хотя... Привлекательное содержание... Нет, не будем, да, оставляем. Выходим, пошли дальше забирать территорию. Атакует звездное место. Ну окей. Вот сейчас уже все сводится к тому, что надо чисто сражаться, все друг друга нападают, все друг друга хотят убить и забрать территорию. Здесь, по-моему, даже квесты, так полагаю, основные закончились. Так, ну чего, по кому мы будем стрелять, а не по кому, потому что ты не достаешь. Ты у нас коротких в этом плане. Ну ладно, двигаем, двигаем сюда. А здесь у нас, конечно же, блин. Ну ладно, давай стрелять. Опа, неплохо зашло. И еще туда разочек и промах. Ну ладно. Бывает. А вот у него, походу, не бывает. Он неплохо стрельнул. Ладно. Куда ты убегаешь? Там никого нету. А, она решила по карманам, что ли, пошнырять? Ты серьезно? Здесь такое в игре тоже реализовано? О, удивление. Не попадет. О, предсказуемо. Assholes. Сейчас в упор просто подойдут его. Ох! Вот это выстрел. По поводу дробовика. Я не вижу смысла ставить Франки дробовик и винтовку. Он с пистолетов хорошо стреляет. Два выстрела, очень много урона. Зачем? Пускай остается как все есть. Если что-то появится более сверхинтересное, хочется сюда поставим. А пока... Аж закаться начал. А пока не вижу смысла. Угу. Ну давайте добить, уж не мучился, чтобы он... Мы, конечно... А, мы с кулака зайдем. Вот так вот по щам не дадим. Даже не... Окей. Хуже Пуджа. Вообще попасть не может. Хотя Пуджа справляется. Он поднимает свои навыки. Становится все лучше и лучше. С каждым разом. С каждым разом у него выстрел становится более меткий. Ну, понятно. Второй выстрел. Попадание будет сейчас. Даже с такого расстояния. Какая-то территория у нас еще была не занята. Вот это. Отправляемся на нападение. А, у нас здесь еще охрана стояла. Ну да, в единственном числе. Это, конечно, такое себе. Ну так и все. Сколько там в баксах упало? 200, да? Заходим. Не густо, не густо. Давай второй ваншот сразу. А, не получится. Но с критом теоретически могло бы зайти. Попадешь? Попадешь. Дурная слава плюс один. That's what I'm fucking talking about. Естественно, оставляем все как есть. Выходим и погнали искать дальше территорию. А, стоп, нет, не выходим. Сейчас сначала посмотрим, что касается улучшения. Здесь ставим бонус, обстановку бонус. Наверное, даже вот так вот мы сделаем. Все-таки это наши центральные бары рядом с базой. И еще вот так вот мы сделаем обстановочку.
Что у нас здесь на карте есть еще из захватов? Значит, у нас здесь золотой павлин казино, братья Джан. Что? Джена, точнее, братья Джан. Я думал, сейчас окей. На грузинском еще ворвались. Так, это наше. Здесь две нейтральные территории. Точнее, три нейтральных здания. Мы пока пропускаем. Бюро находок. Ну, у нас здесь получается. Давайте, наверное, его попробуем сейчас вынести ради интереса. Если получится. Попробуем. Здесь, естественно, сразу же замес. Так, не является врагом. Пофигу, мы сейчас будем просто разыгрывать всех уже. Всех в расход, будем идти к бандам. Слушай, а неплохая здесь охрана у него. Возможно, мы тут озвездимся. Очень вероятно. Хотя по урону не так уж и много прошло. В ответочку. Вот так вот. Далее, что мы делаем? Мы тогда, получается, заходим. Бой заканчивается. А, стоп, у нас еще бой не заканчивается. У нас еще где-то несколько людей его поддержки хочет к нам все присоединиться, да? Ну давайте, ладно, спрячемся. Допустим. Он со взрывчаткой, кстати, сейчас придет. Конус. Я, правда, в упор его не вижу, если честно. А, теперь вижу. О-о-о. Это очень... Это будет сейчас ужасно. Хотя не так много урона прошло. Ну-ка, в ответочку получишь, нет? Смотрите, сразу троих закинем. Обмен. Отлично, кровотечение у всех есть. Да, они так и так помрут. Со следующего хода, по-моему, уже. Так, так, так. Куда мне тебя поставить? Давайте, наверное, куда-нибудь вот сюда установим. И отсюда ты сможешь стрелять. И стрелять, и заодно перезарядку сделаешь следующий ход. Но этого сначала добьем. Красавчик. Дальше. Заваншотишь кого-нибудь? Нет. К сожалению, ты этого сделать не можешь. А вот отсюда... Одно действие как раз у тебя снимает. Не, вот сюда давай. А почему ты не хочешь? Он не хочет по нему стрелять, ладно. Ладно, добивай его, пофигу. Не хватает угла, да. А винтовки Томас Хьюитт получают черту меткий глаз. Что, в принципе, неплохо. Ставим конус. Навряд ли они сейчас уже побегут сюда. Хотя... Пуджа, дорогой, ты, естественно, пока у нас ничего сделать не сможешь. All right, let's do this. Мы тебя, наверное, сюда просто перетащим. И будем ждать. А, нет, вот так вот мы сделаем. Кровотечение работает. А, это прямо сейчас сдохнет, прямо там, около тачки. На следующий ход, можно даже пропустить это все, ну ладно. Все равно мы сделаем дострел. Раз. Надо все фракции уже все убирать. С ними нет смысла сюсюкаться. Здесь мы делаем пропуск хода и, конечно же, добиваем винтовкой. Так, забрали биту. Единственное, что сейчас надо будет нам зайти вот сюда. Добавить себе раз. А тебе лучше сделаем вот так вот два. На всякий случай. Ну что, пробуем заскочить сюда. Где у него дом? А, центральный это вот. Стоп, не то. А если мы сделаем вот так вот? Объявить войну. Угу. Вы совершаете ошибку. Да-да-да, конечно. А, теперь нападаем. Ой-ой-ой-ой. Все дружно заходим вот так вот. О, боже. Так, что у нас здесь есть? По территории. Достаточно такая обширная. Значит, мы, наверное, начинаем делать сразу же ход конем. С нашего... А, хотя стоп, а если мы наоборот будем играть от обороны? Здесь можно неплохо выстроиться, поставить конусы и ждать, когда они все выйдут сюда. Теоретически, да? Да и практически, наверное, тоже аналогично. Давайте, наверное, вот сюда мы его поставим сейчас. Вот так вот. То надо было гранату куда-то закинуть. Так, ты попадешь по кому-нибудь? Или вот по этому, например? А, ты только потому можешь стрелять 96%. Ну, давай. Почему бы и нет?
Попал? Отлично, отравление еще. Пуш, конечно, не добросит. Хотя, если они сейчас стянутся вот к этому проходу. Ну нет, они не стянутся. Они уже не стянулись. 51%. Так, ну-ка давай-ка. А, ты и так за укрытием находишься, да? Ну, давай попробуем, ладно. Не попал. Будем из этой двери начать дефать. Так, Пуджик, дорогой. Вот в этого попадешь? Я пока, наверное, гранату оставлю еще. Угу, нормально зашил. Попадание прошло. Выбегайте, выбегайте из этих комнат своих долбанных. Вот сейчас бы только гранату закинуть. Прямо бы идеально зашла. Ты в него сможешь попасть? Нет, наверное, да? Не тот угол. Так, а если в него ты будешь целиться? 71%, да? Есть вероятность. А в эту сотку? Ну давай, ладно. Раз. И вот сюда, наверное, два. Потом у нас будет два пропуска и будет пудж. In your face, you fucking gobshite. Блин, они еще и решили разбежаться. Ну, в принципе, логично. В принципе, логично. 96 шанс попадания. Ну, давай попробуем через дверь прям туда. Угу. Можно вот эти будет гранаты взорвать, кстати, как вариант. Так, Лев Толстой, ты у нас поэтому попадешь. Очень надеюсь, 41% твой сработает. Да, брось ты, второй раз уже мажешь, ну... Дорогой мой человек, какого, блин, хрена? Здесь у нас только двое. А и здесь у нас двое, да? Так, ладно, давай, наверное, тут эти двоих будем выносить. Чтобы они из этой комнаты особо не выбирались. Вот так вот. Нам главное сейчас будет вот этого убить и вот этого. Два таких самых сильных товарища. Ближний бой включил, серьезно? Да еще он такой большой раз... Заточка прямо в под ребро. Попадание. Хорошо попадает, слушай, смотри. В ответочку получи. Но они выйдут уже мертвыми с верхней комнаты. Главное, чтобы путь жил. Ну, если что, можно его захилить. Как вариант. Так, давай-ка, наверное, Е. 91% ты добиваешь его. Это первый раз. Второй выстрел мы сделаем вот сюда. От пуджа, чтобы он отошел. Дальше, ты, значит, у нас будешь убивать его. Шанс 100%. Красиво. Хоть бы не в пуджа, пожалуйста. Только не в пуджа, в любого другого стреляйте. Ты еще и промазал, нифига себе. Там решил очередь целую зажать. Лев Толстой должен будет попасть. Просто будет обязан попасть. Да брось ты, мужик. Чё-то ты сегодня вообще это очень меня расстраиваешь. Угу, я понял, хрен там плавал. Что-то мне не нравится. В ответ 25. Но он его добьет. Он его добьет. Этот умер. Этот у нас откисает. Смотрим, Фрэнки, давай тогда, наверное, пробовать его дальше достреливать. А, у тебя без патронов, я понял. Один выстрел только будет. Хм. Вот здесь попадешь. Красавчик. Красавчик, просто красавчик. И последний у нас остается... А, нет, не последний, предпоследний. Остается вот этот еще. Но тут недолго. Один... Где-то вот здесь у нас еще бродит. Мы, наверное, здесь сделаем вот так вот. Конус. Хотя в этом конусе, наверное, смысла здесь нету. Beautiful. Попробуем просто Толстого сейчас вытащить. Если что, чтобы он на него кто-то сагрился. И пуджом, наверное, есть смысл попробовать вон туда сейчас. Зашить. Отлично. Просто отлично сработали. А он еще не умер? Промах. Вот так вот.
Утка по-пекински, ачивку даже дали. Замечательно. Yeah, получили стволы. Фиолетовый пистолет. Кстати, 23-26 надо будет взять. И плюс территорию. Захватить мы тут сделаем что? Да, какое-нибудь казино построим. Фиолетовая пальма, кстати, да. Сайвин мог погибать. Вся территория к нам переходит. Ну, окей, давление. Значит, надо здесь также добавить будет деньжат сюда. Сюда. И, конечно же, наверное, добавим еще вот сюда. А, наверное, давайте еще косарь закинем. Сюда у нас 2000 прибыли. Нихерово. Еще награду получили 1000. Эта территория стала вся наша. Мне вот интересно, где обитают еще хаты бандитов в главари. Надо, во-первых, вернуться домой. У нас есть проблемы со здоровьем, надо подхилиться. И заодно можно еще проверить, что у нас идет за пистолет этот фиолетовый. У нас получается 27-32, а здесь 23-26. Критический урон. Да нет, я думаю, пока мы золотой оставляем. Ну и, наверное, еда. Мы все остальное можно будет попробовать уже продать кому-нибудь. Так, обменяться. Что там по деньгам? У тебя 3000. А сколько у нас на черном рынке? Хотели бы за вот этот пистолет. Или даже вот за эту винтовку. $570. Смотрите. Сейчас попробуем обменяться. Так. Переключить снаряжение. Винтовка. Вот это. Дальше берем твои бабосики и к нам. Я хочу за них 3000. Согласен? Тебя устраивает за 3000 зеленая винтовка. Тебя устраивает, она меня вдвойне устраивает. Подтвердить обмен. А больше у тебя, к сожалению, денег нету. Посмотрим, у кого там еще она в карманах есть. $900, ни о чем. Стоп, давай-ка, у тебя что? У тебя 1700. Ну, кстати, за 1700 я могу тебя что-нибудь взять. Вы просите 1700, а дам я тебе, например... Да, вот такой вот жилетик, почему бы нет? Тебя устраивает? Нет? Нифига себе, она сказала нет. Два. Вот так вот, две штуки забирай. И у нас уже 2000 бонусом пришло только с одних жилетов. Классно, я их, кстати, как-то раньше до этого не допетрил. Ну, сореныч, ну так есть. Надо теперь посмотреть, где и что у нас еще тут находится поблизости из домов главарей. Так, нам бы надо было выкусить парочку ребят. Здесь у нас их нету. А где же они у нас находятся, получается? Где-то вот здесь, что ли? Здесь неизвестный бандит какой-то у нас. Во! Хм. Отправиться. Че, пробуем зайти. Так. Вы не являетесь врагами. Это вопрос времени. У нас все враги. Посмотрим, что у вас по урону. Кстати, о птичках. Ну, кстати, урон-то проходит, но нихера себе. Я сказал себе. Неплохо, кстати, заходит. Этот минус. Там еще два бандита у нас за спиной. Но это тоже такой вопрос времени. Жалко, не закосил до конца его. Надо будет, знаете что, сейчас взять себе в руки гранаты перед тем, как будем заходить. Убрать по одной аптечке у кого-нибудь. И взять себе чисто две гранатки. Пригодятся. Так, Фрэнки, давай, набиваем. Раз. Два. Этот мимо, точнее минус. Не, какая перезарядка, ты чё? Давай просто конус-то поставим. Раз ты не дотягиваешься, у тебя аналогично. У Пуджа есть дотяг? Есть. Правда, с точностью небольшие проблемы, но этот сейчас умрет здесь быстро. Прямо на подходе. Беги, мужик, вот просто убегай. Нахрен тебе это надо? Вот зачем ты в это ввязался? Непонятно. Фрэнки, дотягиваешь? Не дотягиваешься? Ну, давай сделаем так. Аналогично. Аналогично. Так, и просто поменьше, меньше, меньше, меньше. Ну и пуч. Ну, он, наверное, сейчас добьет. Красавчик. Забрали. Пуджу давайте закинем тогда гранатку, наверное, да? Дополнительно установим. А, у нас всего одна она была, да?
Да, только одна граната. Ужасно. Ну ладно, тогда остальным всех пускай будут аптечки. Сюда, естественно, тоже. Кстати, здесь большая аптечка. У нас она дает 65 здоровья каждый раунд и снимает негативные эффекты. Вот такую, наверное. Хотя 50 здоровья. Вот такую, наверное, накинем. Во. Напасть мы, правда, на него пока не можем. Поэтому нам требуется найти его. Вот он. Объявить войну. Начать. Вы уверены, что хотите? Да, это будет ужасная ошибка. Ну, естественно, только не с нашей стороны, а с твоей. И напасть. Конечно, хотим. А сейчас мы, по-моему, озвездюлимся. Ой, а также, кстати, то же самое здание с такими же, смотрите, постройками. А, Фрэнки, ну чего, начнем тогда, наверное, убирать тех, кто ближе нам находится, да? Кто будет нам мешать? Раз. Да ладно! Это, случайно, не брат Пуджа, а Криспо Грейсон? Это он, ё-моё, это же бандит. Жесть, а я хотел его себе нанять. А его как-то можно перевербовать? А, понятно, мы его сейчас убьем, как мы его перевербуем. Разве что с Богом договоримся, верни нам его обратно. Но это такое себе. Что-то не понимаю, куда они собираются выйти. В этот коридор или в этот? Вот сюда бы выходили они толпой сейчас. А, они все-таки решили разойтись. Ладно. Они сейчас... Ой, они как-то разбегаются-то. По кому попадешь? Шанс 100% у тебя. А, ты в того хочешь попасть? А те, кто поближе есть? Не работает, да? Ну ладно, стреляй, кого можешь. А, он его заваншотил. Красавчик. Просто красавчик. И она побежала охраниться это в то же место. Сейчас будет стрелять. Угу. Обидно, обидно, обидно. Обидно, и еще и минус сразу же получил в ответ. Сюда нужна будет граната. Только надо, нам получается, сначала сейчас гранаты будет кого-то вытащить. А у кого гранаты есть, а у тебя их нету, да? Ну тогда, наверное, есть смысл ставить сразу сюда нашего танка. У него будет две защиты сверху и справа. А на данный момент он вообще ни по кому стрелять не может. Лев Толстой у нас такой достаточно крепкий мужичок. В плане выстрела, ну давай туда, наверное. Отлично, хоть попал. Я думал, вообще опять замажет. А, насчет Пуджа. Значит, здесь у нас только двое сейчас реагируют. И, в принципе, это тоже будет неплохо, да? Ну, давайте, наверное, да. Вот этих сейчас попробуем забрать, ребят. А, стоп. А он гранату и не добрасывает. Это не его вариант вообще. Не очень удачное место у него. Мы можем его попробовать сюда поставить сейчас. Как вариант. Да? Граната у нас сколько занимает ходов? Обычная. Два. А, точнее, стоп, один ход снимает. Во, как раз таки мы тогда бросим сюда гранату. И без кровотечения, просто чтобы был урон. Ну, наверное, да, так и сделаем. Угу. Так. Ты у нас пока без бегать не без ульты будешь убивать. Так, а тут этого можешь снять? Хм. Нет, ты по нему не можешь, да? Да, он его не видит. Ну ладно, тогда давай максимальный урон. Или даже наоборот, вот в это. Стоп. Вот этого добиваем, чтобы уж точно никто не ходил. Раз. И второй выстрел мы сделаем вот сюда. А, он его тоже не добивает. Но может крит проскочит, кстати. Не проскочил. А жалко. Тут промахи у Фрэнки идет. Промахи. Вы бегайте, вы главное больше бегайте. Не останавливайтесь. Меньше будет ходов у вас именно на саму стрельбу. Угу. В ответочку. Его клюшкой можно будет забить. Теоретически. О, решили выбежать. Ты смотри, они заныкались еще. А, даже так? Интересно. Значит, по кому ты можешь сейчас попасть? Кого-нибудь можешь добить? Вот этого можешь убить. А вот этого? А этого ты не можешь убить. Ну, давайте, наверное, убьем того, чтобы точно не ходил уже никуда, да?
меньше ходов, меньше будет каких-то возможностей по нам попасть. Попадание сработало. Еще один выбегает. И сейчас попадет, стопудово. Восьмерочка. Лев Толстой. Так, шанс 86%, а здесь у тебя 66%. Давай попробуем сюда сначала снести. Так, Пуджик. Кстати, у Пуджика есть граната. Как раз и плюс кровотечение у нас будет у двоих. Одного за стенкой. Отличный вариант. Пускай потихонечку откисают. И самое что интересное, он вышел на выстрел. Дальше, мы теперь ходим уже по-нормальному с помощью Фрэнки и клюшки. Come here to me. Тем самым мы еще ушли в укрытие. Сейчас, не знаю, получится, не получится, попробуем. Of course. Но я очень надеюсь, что да. Отлично, зашло, но только не очень много урона прошло. Сваливает ко всей толпе своей. Смотри, он решил перемотать его. Ну, не знаю, насколько это было правильно. Теоретически мы можем... этого мы заваншотим. Чтобы больше никого не мотало. Так, Лев Толстой. Ты хоть по кому-то можешь попасть, интересно? Мы можем поставить тебя вот сюда. Сейчас. Отнимет одно действие. А второй выстрел мы сделаем вот сюда. Черт, не хватило буквально чуть-чуть крита, да? Пуджи, дорогой, попадаешь? 61%. Ну давай на всякий случай подстрахуемся двойным выстрелом. Хотя, стоп, а ты вот в это попадаешь. А, там 6% всего лишь. Ну давай, да, вот так вот сделаем. Он его закосил, да. О-о-о, это плохо. Срочно надо будет лечить его. Фрэнк, друг, ты сможешь вот сюда выйти? Сколько займет? 2 хода, а вот сюда? 1 ход. Как раз таки еще плюс 1 выстрел будет. Не попадает он. Он не попадает по нему, вы посмотрите. А, у нас и патронов нету. Я понял. Он его убил? Он убил мясника. Вы только посмотрите, что происходит. Жесть. А мы его сможем? Нет, мы Томас Хьюита не сможем восстановить. Это пиздец трагедия, если честно. Обидно. Блин, прям реально обидно. И никак не резнуть его, нашего доктора. Ну, будем тогда другого нанимать доктора. Чего, других вариантов-то и нету. 26%. Ну, давай, Пуджи, попробуй. Пару раз попал. Попадешь? Угу. Ну, остался только босс. Мы будем сейчас, наверное, куда-то вот сюда выдвигаться. А прикиньте, сейчас Пуджа еще закусит. Это будет фейл. Блин, мясник недолго нас играл. Ну, кожаное лицо, оно такое, да. Значит, по поводу лечения. Давай-ка попробуем все-таки мы его сейчас поднять. С помощью... Точнее, не поднять, а захилить. На всякий случай, чтобы не было критов. Вот так вот. И давай-ка, наверное, еще разочек. Наверняка вот так вот сделаем. Во. Пуджа готов у нас. И дальше мы его, наверное, выдвинем куда-нибудь уже. Ну, вот сюда можно его поставить. Спрятали, блин, за одеждой, да? Фрэнк, попадаешь? Не, Фрэнки красавчик. Фрэнки реально красавчик. Даже бесспорно. Fine. Ну как они его убили? У него было фулл хп, они его заваншотили. Они даже не стали в Пуджа стрелять, вот в чем проблема. Ну мы их разорвем сейчас, мы их просто порвем в клочья. Пудж не вне зоне досягаемости, да, для него? Че, обратно что ли у себя выводить? Hell yeah. Ну давай попробуем. Временно повышает бонус защиты от укрытия, вот это мы сделаем. А, хотя стоп, а если мы вот так сделаем конус тебе? Вдруг он сюда побежит? Да не, навряд ли. А лучше бонус. Раз.
Да, слушай, а может мясника как-то можно там вернуть, там, не знаю, искусственное дыхание ему сделать, что-нибудь такое. Ну, по идее, наверное, как-то можно. Хотя, не знаю. Там же на таблице загораются черепа, то есть их не, они не возвращаются уже. Так же, как и у противников. Ну, логично, в принципе. Ну, такова жизнь, тут ничего и не скажешь. Перезарядочка. Пробуем. Промах, черт. А пуджа? Ну, давай, закоси. Нормально, зашил его. Ну и Фрэнки сейчас просто добьет. Of course. Reagan, you are a miserable bastard. How has it taken this long for anyone to kill you, you prick? До свидули. Все, это просто That's бизнес. Да, забираем плюс всю добычу его. А что мы здесь сделаем? Мы тут сделаем... давайте бордель, наверное. Голая правда. Фрэнки погибает, окей. Так, ну у нас остается опять же 53 человека. Следующий бой 3 к 1. Нет, отказаться. Мне теперь, получается, нужен новый бандит. И желательно, чтобы он был, естественно, доктором. Доктор прямо рулит. Но у нас немножечко деньгами стало попроще. Плюс еще прибыль 4000. Кто у нас здесь из хилов есть? По-моему, вот ты у нас была. Странная дамочка очень. Кстати, у меня вопрос. А когда мясник умер, он оружие с собой забрал? Или как? Это работает так. Подождите, стоп. Меня прямо аж подожгло чуть-чуть. А... Слава богу, винтовка к нам откатилась. Я думал, он с оружием умер. Ну, давайте возьмем тогда вот эту цыганочку. Правда, не знаю, как ее назвать. Я думаю, давайте лучше я оставлю пока ее как есть. Не, я переименовал ее. Она у нас зовется теперь Валькирия Мини Магнитовна. Вот такая. Валькирия Магнитовна. Она даже чем-то на нее похожа, поэтому оставляю. Но у меня есть к вам офигенное предложение. Самое интересное придуманное имя для этого персонажа я возьму из комментариев и обязательно так назову. Поэтому давайте, ребята, включаем фантазию, как мы можем назвать данную дамочку врача. Давайте еще придумаем, чтобы как раз-таки в имени было и врач, и еще вот такой очень своеобразный образ. Ну, а здесь мы принимаем, естественно, мы ставим ей хил. Что касается инструментов, естественно, у нее будет винтовка. Патроны мы также ей добавляем. А, патроны, кстати, мы не добавляем, странно. Ну, ладно. По поводу броника, есть что-то у нас? Хранилище плюс 30 защита мы ей добавляем. А, аптечки, естественно, кто бы говорил... А, стоп, а у нас что, аптечки кончились? Нам нужен черный рынок. Продается что-то здесь? Нет у нас нынче. Есть возможность купить патроны. Шанс нанести критический урон. Да, мы это берем. Бронежилет. К меткости, критическому урону, шанс нанести критический удар. Прикольно. Это надо будет обязательно нахватить. Так, где у нас Валькирия Магнитовна? Сейчас мы ее найдем. Боже, как мы не хотели ее брать. Но она у нас получается и по хп, и по навыкам самый адекватный и нормальный персонаж. Так, 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 так. А где у нас аптечка была? А, вот у нас аптечка. А, у нас еще и на складе дохренища их. Просто очень много. Ну и окей. А, все, вроде это мы сделали. Значит, в этом баре, голая правда, мы модифицируем вот это. Мы модифицируем обстановку, естественно, с ускорением. И дальше мы ставим, наверное, Е. Все, пока все, да. О, у нас здесь еще есть какой-то сундучок. Можно пойти сходить посмотреть, что он тут охраняет. Здорово, мужик. Ты не против? Ты не против. Еще из карманов бабло сейчас у него заберем. А, нет? Тут, тут еще есть? Странно, никого не вижу, но ладно, пропуск кода сделаем. А ты где? Ой, ё-моё, тебе как бежать-то далеко. Ну, давай, подождем. Давай, 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 давай. А, она вообще убегает в другую сторону. Она решила к нашему охраннику подойти, ты посмотри. Зря, зря. Пока пропустим, наверное. И убегает. Не, поняла, не в ту сторону зашла такая. Ой, извините. Но мы можем попробовать, конечно, за ней дальше шуровать. Например, вот сюда. Правда, на выстрел нам уже не хватит. Ладно, тут, наверное, все-таки надо как-то ее идти встречать. Иначе это будет очень все очень долго. А этих мы точно пропустим уже. Не-не-не, что ты делаешь? Эх. Ну ладно. Попадет, нет? А, так, откуда, допустим, вот отсюда. Не попадает.
Давай, давай, беги прямо к нам, навстречу. Ой, идиотина. Так, ты пропускаешь. Аналогично. И Фрэнки добивает. Ну, а теперь все. Потратили аптечку и получили аптечку. Так, что у нас здесь было? Надо посмотреть. Давай глянем, Фрэнки. Здесь у нас полицейская дубинка и плюс аптечка. Это интересно. Надо это распределить и дадим. Мы, кстати, фиолетовую кулуалду давайте дадим нашему Льву Толстому. А дамочке нашей новой дадим полицейскую дубинку. Почему бы и нет? Все, я думаю, на этом моменте я серию закончу. Неплохо мы так сегодня погоняли боссов. Я думаю, наверное, в таком темпе как раз-таки надо идти, потому что основных каких-то заданий у нас больше нету, только захват территории. А, о, у нас есть все задачи, теперь поговорить надо о новом задании. Только хотел сказать, что их больше нету, и тут бац, оно появилось. Ну и окей, значит, увидимся уже на прохождении данного в следующей серии. Не забудьте придумать интересное какое-то имя для нашей Валькирии Магнитовны, ну, либо, может быть, даже так ее и оставим. В принципе, неплохое имя. В общем, на ваш, как говорится, суд. Все в комментариях. Поднял, обнял. До новых встреч, всем пока.